Доброе утро, дорогие друзья. Как видите, синоптики не обманули. Как бы еще один день теплый. И завтра, ну, может быть. Вот. Рекс. Вчера получил новую кличку. Хитрая морда, зверюга-ворюга. В чем хитрость? Он знает, что между тем, как я вот цеплю с большого поводка и перецеплю на маленький, и чтобы идти домой, ну, где-то проходит 5 секунд. За эти 5 секунд он успел драпануть, пожугать одних соседей, потом компания сидела, выпивали и гуляли, вот, он и их пошугал. Потом направился за кошкой, ну, я закрыл по-быстренькому, побежал туда. Смотрю, он перемахнул и наш забор, и бежит уже ко мне радостно. Но когда собака с таком настроением бежит, ну что, ее по башке стучать, что ли? Ну ладно, пошли мы с ним домой. Через 5 минут звонок в дверь, открываю, стоит мужик босой. Говорит, он украл у меня носки. Я говорю, ну что ж теперь делать? Пошли искать, он их под трамплин засунул, заныкал. Ну, я говорю, извините, конечно, но вопрос можно? Ну, да, конечно, я говорю, а вы его погладили? Ну да, он такой хороший. Я говорю, ну все, понимаете, он теперь ваш друг, и все, что вам принадлежит, принадлежит ему. То есть у вас уже имущество пополам. Поэтому он взял, что успел, носки и побежал спрятал. Так что он теперь хитророжа, зверюга-ворюга. Вот так. Да, это мой сладкий. Я пришел сегодня, как и говорил, вставлять вот эти промежуточные. Но так как у меня уже дрова совсем подошли к концу, вот это все, что осталось, я не знаю, Рекс, отойди. Вот тут по 50 сантиметров штук, 10, одна длинная и 4 или 5 коротких. И вот надо закрыть этот периметр, но вот там явно не хватит, там они побольше, чем 50 сантиметров, поэтому придется стыковать. Ну и по всем углам сделать углы и, возможно, укосины, если хватит материал. Да, у нас тоже есть возможность теперь заказывать в интернете, и для меня это нет проблем, я с этим хорошо дружу. Но как раз вот этого бруса не стало ни в одном окрестном магазине. Ну что ж, тогда будем как-то выкручиваться, да? Ну, давайте начнем потихоньку. Thank you.
Это будет память о коронавирус-дефицит. То есть не могу купить даже палочку. Ну ничего, я думаю, что такая штука тоже подойдет, будет хорошо держать. Ну, дорогие друзья, вот это последний на сегодня шурупчик, потому что Питер, фирма Петерсон, это солидная фирма, она считает, что работники не должны быть усталыми на работе, только тогда это хороший работник, и хорошо накормленный работник тоже хороший работник, поэтому мы сейчас все с фирмой Петерсон прекращаем строительство. То, что мы сделали, что хотели, обвязку полностью теперь вот эту сделали. И сейчас последний шурупчик закручу. Завтра, возможно, поставим уголки, где это надо. А сейчас обед. Война войной. Обед по расписанию. Последний шурупчик. Круто. Все, закрыто на обед. Пока.